Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Nokia 1.3 добавить и удалить Google аккаунт. Заходим в настройки. Опускаемся вниз, нажимаем аккаунты. Добавляем аккаунт Google. Вводим наш адрес электронной почты. Нажимаем «Далее», вводим пароль. Нажимаем «Далее», после чего нажимаем «Принимаю». Можем отказаться от резервной копии и нажимаем «Принять». И вот так вот мы добавляем наш Google аккаунт, а чтобы его удалить, нажимаем на него и нажимаем «Удалить аккаунт». Еще раз нажимаем, и аккаунт пропадает. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!